И тут внезапно я решил, что перед сном нужно хотя бы базу штурмануть. Так. Кучка новичков, не умеющих ничего. В самой базовой броне, с тайзерами и гаусками. И, кстати, зажигалками. Все-таки на первом уровне и уфопедия, и трейдик говорят, что всегда темно. Пытаются поймать и изнасиловать Тасота. Ну что ж, дело благородное. Надо им обязательно заняться. Правда, я не уверен, нужно ли MC Disruptor находить, чтобы его исследовать. Или можно его изучить так, заочно. Но будем проверять. Будем посмотреть. Так, вроде все. Ну что? Таки да, это похоже на ночь. Так, база. Не видно низги. О, сразу Тасот. Очень удачно. Надо бы к нему подъехать поближе. Ой, а это что такое? Это не Тасот. Лучше бы был Тасот. Медуза. Что она делать может, я не знаю. Так. Человека 4 мы пошлем сразу к Тасоту. Конечно, половина из них умрет 100%. Но нам же не нужно выживать. Все, что нам нужно, кроме света в оконце, это забитый палками Тасот. Надеюсь, он не убежит, он развернется, будет стрелять, кого-нибудь убьет, останется без ТУ. Тут-то мы и выскочим. Так, ну а все остальные будут пытаться... Не знаю, бронирована она или нет, но мне пришла в голову идея. Она, конечно, летает, но вроде сидит на крыше. Это значит, что можно попробовать долбануть ее гранаткой. Ой, кажется, тут взвести уже. А нет, получится. На пол кинуть получится? Получится. А вот отойти не получится, блядь. Кажется, я только что совершил большую глупость. Да. Это было очень смешно. А, нет, можно же его еще спасти. Оглушить, подобрать с трупа. Тьфу ты, даже оглушить не удалось. Какой стойкий оловянный солдатик. Ну, может, это сможет. Ну, наконец-то. Ну, ясное дело, он стал без сознания. Это же потому, что я его успокоил. Так, взведенный. Ну-ка, закинуть можно? Ага, надеюсь, ее распидорасит. Так, а вот ты... Ой, куда, стой. Возьми тело. Неси его на тритон. Он свое отвоевал. Да, кажется, это было глуповато. Ладно, посмотрим. Ага, медузка сдулась. Ох, блядь, уже началось. Еще одна медуза. Ой, блядь, что она делает? Так, это моя скотина... переметнувшиеся. Долбашит своих. Меж двух огней. Так, ну хорошо. Значит, вот это сволочь. Ох, ТУ уже даже нету. Ну что, давай. Марти. Покажи ему. Что? Что такое? Ага, вот. Ну, ну, почему не станешь? Так, где сплейсер? Успокой. Вот это говно. Ух ты, даже поворачиваться не пришлось. Так. Будут ли ТУ? 24. Да, ну, ну, почему я не могу попытаться застанить Тасота? Так. Пожалуй-ка я расстреляю вот этого пидорашку. Все равно он бесполезен. Все остальные вперед.
Может, потому что он на возвышении стоит? Да хер бы знает. Не понимаю. Так, ладно, все остальные тоже вперед. Сколько вокруг него людей? Если он сейчас тебе гранату под ноги кинет и умрет, будет вообще очень смешно. Наших при этом всех убив. Ну-ка, пока мы будем стрелять, выбирай. Блять, еще один под контролем. Так, одного он убил. Прилетела медуза жрать нам мозги. Это сволочь перебежчатая. Ой, блять. Ну, хер лишь я не могу его замайнд-контролить. Тьфу, застанить. Застазерить. Ага. О! Готов. Сквад-лидер. Ну, какая разница, мне нужен любой живой тасот. О, я же могу его, наверное, кинуть. Out of range. Это вообще свой? Нет, это перебежчик. Ну, у нас с такими разговор короткий. Да что ж за хуйня? Ой, я все его ТУ съел. Теперь не поймаю реакшн фаера. Ну, почему я кинуть-то не могу? О! Так, тайзер мне сейчас уже не пригодится. Зачем я в бэкпак надо было на пол кидать? Так, Тим, успокой-ка нашего перебежчика. Хотя зачем я его успокаиваю? Надо было расстреливать. Мне кажется, что это я гуманно сегодня. Трейси, нужно дать Трейси выжить. О, как-то я не заметил эту медузку. Надеюсь, она ебет только мозги. Так, нужно Тасота утащить. Ох, еще один. Тащить Тасота и не дать Трейси умереть. Упс. Человек, несущий Тасота, немножко умер. А, нет, вот был человек, несущий Тасота. Так, медуза. Ой, блядь, я случайно потратил лишний выстрел. Трейси, давай. Я верю в тебя. Так. Вот этого Тасота, пожалуй, можно спокойно убивать. Но сможем ли мы? Одно попадание, второе. Лиза, ты ебошишь. Только своих постарайся не убить. Ладно, два попадания из шести, это, в принципе, хорошо. Только не убей Трейси Тасота. Стреляй по танку. Ой, блядь. Граната. Кажется, Трейси хана. Надеюсь, нет. Трейси выжила. Да и Мигель даже Маркес выжил. Трейси, давай забегай. Так, у него вроде оружие. О, блин, ты укончился. Ну, без оружия можно на него внимания особого не обращать. Лиза примет на себя огонь. Или нет, дисплейсер. Своим телом вот так вот. Микки умер. Хер бы с ним. Ах да, там же какой-то перебежчик был застаненный. Но кто из них он, я не знаю. И может, конечно, там было больше застаненных. Но я сейчас не буду возвращаться за ними. Чтобы разобраться. Трейси, молодец. А, блин. Еще одного шага не хватило. Ну-ка. Был тут Тасот где-то один. Ладно, сейчас его не видно. Закрой своим телом Трейси. Давай, всего лишь один шаг нужно сделать. И родная подлодка несет тебя на родную базу. Кстати, тут, только тут до меня дошло, что нужно было посылать именно с сосача, потому что там есть место под живых эллинов. Если бы я сейчас все это запускал не с сосача, то добытый таким трудом тасот растворился бы в воздухе.
Так, ну, спасем мы вот этого вот петушка. Конечно, он показал себя плохим бойцом. Но, по крайней мере, он дожил до конца. В сравнении вот со всеми вот этими неудачниками. Большое достижение. Так, главное, чтобы Трейси сейчас не замайнд контроллера. А ее даже и не пытаются. Наверное, у нее пси-сила-то. Ой, пытаются. Сглазил. Так, все, они запаниковали. Придется оставить Лизу. Кто там? Мигеля на базе Эленской. Спаслась только Трейси, моя любимица. Ну и танк. Миссия выполнена. И пусть вы говорите, что мы в минусах, миссия все равно выполнена. Лобстерменчик. Сейчас мы тебя... Нет, я сказал, сейчас мы тебя. Да. Дохни. Повезло мне, что Тасот так рядом был. Если бы впереди было сначала 20 медуз, было бы, ну, очень обидно. Ну, давай, Джоном. Так. Ну, нужно, пожалуй, это у нас, да, лобстермен и эскорт, значит. 6-9, как я его в Фапедии посмотрел. Кэноны. Вперед. Тьфу ты. Руки у меня кривые, конечно. Ага, наконец-то Тритон прибыл на базу. Так. Смертничков к нам новых не везут. Плохо. А, у нас их тут полно. И Трейси не дали за это звание? Что за суки? Чего не хватает-то? Ага, зажигалок не хватает. Сейчас закупим новеньких. Так, хорошо. Кажется, гаусок тоже не хватает. Нет, хватает на впритык. А вот брони не хватает совсем. Трейси, ты заслужил ионку. Ну, придется им ионку давать. Слишком мы хорошо списали пластикового. Мои кривые руки. Такие кривые. Одному не хватило. Ну ладно, все равно в ближайшее время он никуда не пойдет. Как у нас тут мануфактура. Скоро медикиты доделаются. Скоро патроны к гаусскому доделаются. Потом гаусски доделаются. Можно будет снова ковать броню. На новой базе все строится. Тут все хорошо. Вторая манта через 10 дней. Все готово. Ах, ну да. Ну-ка, как поживает наш Тасотик? Блин, ну вот, да, склад-лидер. Блин, 100 человек до сих пор на стадии unknown с этим говном. Нехорошо с их стороны. Так, построю-ка я еще одни сторис. И на этой базе, и на этой. Места никогда не бывает мало. Сохранюсь-ка я на всякий случай. Вдруг сейчас вылет. После такой хорошей миссии было бы очень обидно все потерять. О, попался Джилман. Пытается не попасться. Ничего. Это ненадолго. А может и надолго. Может этот сволочь даже улетит. Надо к ему с первой базы на перехват. Ой-ой-ой, я имел в виду совсем не это. Извините. Эх, наверное, уже не поймаю. Да, не поймал. Что поделаешь, Дису? Так,
О, лобстермен. Ну-ка, опробуем-ка мы манту. Я не полезу еще ночью. Еще один лобстерменовский говна саплайшип для манта. Я даже банально не успел. Нет, я не полезу. Даже не думайте. О, а вот теперь манта все-таки попробуй его сбить. Хотя бы из нелюбви. Ну, в общем, тут без разницы. Агрессивная, стандартная или осторожная. А, да, я обещал вот эту штуку включить. Ну что, вот она. Да, supply ship сбили. Но, знаете, что-то у меня особого желания ночью лезть даже на сбитый supply ship нет. Хотя, чувствую, что придется, потому что превозмогание, боль, скорбь. Ну, для начала нужно зачистить эскорт. Их тут должно быть немного. Да, ничего раздавать не буду. Только патроны кончатся, небось. Угу. В темноте. Лобстермен. Реакшн фаер. Ну да, даже не поцарапал. Подойти, чтобы не мешать нашим товарищам добивать. Так-то. Правда, он не умер. Все время так с этими сволочами. А, Клод же черепашка. Ой, я же забыл, что, вообще-то говоря, место тут еще не обследованное. Так что сильно взлетать опасно. Ну, все остальные поближе к выходу. А дисплейсером мы чуть пролетим дальше. И ничего не увидим. Да, получается так. Может тут? Да нет, тут вроде никого. Так, на supply ship было вроде человек 12. С другой стороны, 12 человек мне как-то встретились даже на эскорте, причем, по-моему, на сбитом эскорте. То есть не эскорте, а крузере. А это значит, что на supply ship их должно быть больше. Да и вообще, на последнем supply ship с лобстерами их было действительно больше. Сколько же их там? На сколько рассчитывать? 15 это минимум. Ну, скажем, 20. Сможем ли мы 10 человеками и танком расстрелять 20 лобстерменов? В обычных условиях да, а вот в условиях, когда будет мало патронов, когда будут узкие пространства, считается, у них с другой стороны, у них есть тазеры. Тазеры должны помогать. Да, тут так просто и не решишь. Но если эта миссия пройдет без потерь, то, наверное, стоит будет попробовать. Видно, что-нибудь нет, Людмила. Ну, посиди там, подумай о жизни. Может, умрешь наконец. Занимаешь место лейтенанта, речи при этом меня раздражая. По-моему, это неправильно. Никого. Дисплейсер, ты где-то тут был. Ага. Я поближе к тарелке. О! Вот. Твой выход. О! 103%. Мне нравится такая точность. Это значит, что он попадает 103 раза из 100. Настоящий мужчина. Борис Булаков, кстати, точность у него говно. Вообще. Но все равно при этом он каким-то образом попадать умудряется. Угу. Гюнтер заканчивает. Забивает победный гол.
Так, тут вроде ничего нету. Ну, на всякий случай сядем. Вдруг вылезет кто пострелять. А у нас тут брюшко уязвимое. Нет, так нельзя. Ну, а вы без танка даже не суйтесь никуда. О, reaction fire. О, даже попал один раз. Это что вообще такое было? Откуда? Зачем? Почему? Загляни-ка. О! Ну, а что тут рассуждать? Спа штука хорошая, но я предпочитаю мертвых лобстеров. Блин, да какого хуя я не могу? Ага, ну вот так-то точно могу. А, что это он умер? Наверное, это как-то связано с тем, что я по нему стрелял. Так, ну что, в тарелке никого, значит, можно двигаться в этом направлении. Так, кораллы. О! Этого нужно расстрелять, пожалуй, насмерть. Для разнообразия. Гюнтер, молодца. Отойди, а то в затылок получишь. Ну-ка, Борис. Ну, я знаю, что ты криворукий. Тут нет твоей вины. Ну, впрочем, я вру, тут есть твоя вина. О, ну, это Клод, я понимаю. 38, правда, все реакция. В отличие от Стеллы, которой 37. Ладно, что-то я, кажется, не понимаю в этой жизни. Вылезай и езжай вперед. Даже лети. Ищи мне лобстеров. Ну, видно хоть кого? А? Нет, никого? Очень плохо. Ага, он в том темноте. В том темноте. В той темноте, конечно же. Кто-то, кажется, сидел. А вот и он. В руках у него, по-моему, винтовка. О, можно в воздухе приседать. Мне это нравится. Лови! Нужно Бориске дать шанс. То он такой весь себя левелапнутый. Стрелять не умеет. Некрасиво это. Очень плохо, Борис. Ладно, он, конечно, Клод, уже капитан. Но пусть показывает и своим примером воодушевляет бойцов. Это был не последний. О, вот еще один. А можно два снапшота долбануть. Ой, что-то я мимо микрофона говорил. Вернее, микрофон был, но в моей щеке. Так, Гюнтер что-то не может стрелять. Может, он забыл, где курок на этом говне эллинском. Или такой рельеф фиговый. Похоже, рельеф. Клод. Может ли выстрелить Клод? Клод все может. И даже убить с одного попадания. Так. Даже орбит есть. Да, пожалуй, 60% топлива это мало. Что за говно? Я уже собирался лететь на сбитый. Бэтлшип. Бэтлшип, по идее, барракудка не возьмет. Но попробовать можно. Впрочем, она его даже не догонит. Отбой. О, ну, зачем, наконец-то, закончилось производство этого говна по имени аптечки. Так, нужно подвести их на... да, вот так. Теперь он прилетел домой. Смотрим, что у нас тут за лут. Куча орбита. Соник Кэноны. Продадим лишних винтовок. Продадим лишних пульсеров.
Мы продаем трубчанских. И денег, как обычно, дофига. Что не может не радовать. А где новые акванавты? Я их не забыл заказать-то вообще. Так, штук 6 к нам летит. Ну, для начала неплохо, но вот еще парочку. Так, что у нас? Место забито почти. Все почти забито. А тут, да, пожалуй, настало время перекинуть еще орбита. Упс, не туда нажал. Сотенку кинем. В конце концов, нужно манту кормить. Ладно, 85 пусть будет. Как там мануфакторится новая манта? Воркшоп. Сторис. Бэтлшип тут все летает, все летает. О, террор. И судя по тому, что туда летели лобстеры, террор будет с лобстерами. А с учетом того, что вы как поняли, вот этот мой тритон только даже еще на базу не долетел, топлива у него совсем мало. На этот террор он никак не успеет, и придется сейчас посылать туда вот этот вот отряд лохов. Так, нужно, пожалуй, всем все-таки ивон кидать, кто летит. Главное, чтобы Трейси не умерла. Все остальное мелочи. Ах, целый отряд новичков. Пороху практически не нюхавший. Это будет бойня. Но выбора у нас банально нет. По крайней мере, я не проигнорирую этот террор, что дало бы мне минус 1000 очков. И это уже кое-что. Но нужно быть готовым улетать с него. Хотя к этому-то я всегда готов. Говорят, терроры не исчезают, пока к ним летят тритоны. Это хорошо. Так, новые смертнички на параша. Нужно им броню раздать. Если она у нас, конечно, есть. Да, брони пока достаточно. Пожалуй, новичкам нужно теперь всегда стандартно давать обычную броню. Сохранишь-ка и на всякий. Так, вот сюда, наверное. Да и вообще. Пожалуй, террором займемся мы уже завтра. Ну или я, пожалуй... О, блядь. Что-то я не туда нажал. Это колония, а не террор. Тут я проебался, конечно, нехило. Да, это таки минус 1000. Может, лобстеров таки заебошим. Как у нас топливо? Да нет, пойду-ка я лучше спать вообще нахер. Если я вот мимо террора промахиваюсь, значит мне точно пора спать. Ну, продолжаем наше бессмысленное, беспощадное. Я что, забыл сохраниться после того, как соснул с этим? Видимо, да. Ну ладно, разница-то одна и та же. 0 очков. Куча проебанного топлива. Слетать, что ли, на вот этот вот разбившийся лобстер? Как у нас тут залито? Ой, не то. Люди есть. Пушки есть. Все вроде есть.
Ну, надо попробовать. Так, новички прилетели. Время отобрать у них хорошую броню. Ну, кроме как у Трейси. А похоже, плохой брони у нас банально мало. На всех не хватит. Ну ладно, обойдемся. Ну блин, как я проебался-то вообще. С террором это нечто. Я не сохранился до этого, чтобы сделать вид, что этого не было. Я думаю, вы бы согласились на то, чтобы я согласился и все-таки полетел на террор. В принципе, я думаю, я даже в минус не уйду. Я кучу тарелок сбиваю и так далее, но... рефьюлинг. А, аут, да. Он же уже сюда летит. Нет, ночью я на остров не пойду. Что не говорите. Так, догоним ли мы его? Надо попробовать. Ага! Кажется, сегодня в этой колонии на ужин будет хлеб с водой. Почему туда летают только лобстеры? Я не понимаю. У них что, по расам распределены базы? Так-то, скотина. Манта уже оправдала себя, сбив H2. И да. Тот крэш-сайт исчез. Ничего, сейчас расцветет. И мы пойдем на вот этот. Да-да-да, замечательно. Потом вам броню выдадим. Ага. Гаусски готовы. Вернее, патроны к гауску. Сейчас будут и гауски готовы. А вот и гауски готовы. Все силы на плавающую броню. Кстати, тут куча места available. Надо бы, ну, скажем, десяток инженеров заказать. Так, ну все, вроде расцвело. Расцвело. Буйным цветом. Ну что, вперед. Не соснуть бы. Если второй отряд ветеранов на суплайшипе с лобстерами проебует, то будет очень обидно. Сколько же их там будет меня ждать? Тарелка, конечно, сбитая, но все равно. И достанется ли мне оттуда орбит? Вот два основных вопроса. Ой, что я сделал? Непонятно. Вроде не ночь. А вроде бы и ночь. О, черт. Опять. Пять чертов разбитый самолет. Причем как-то странно разбитый. Черепашки за рубку. Или вторая черепашка-то вообще? Вот это что ли? Да, ну-ка, дорога из Телли. Как я проебался с террором. Это, пожалуй, будет эпичнее того забытого с лобстерменами оперативника. Экскомовцы, наверное, сидели все такие, готовились, дыхали глубоко, писали последние письма домой. И тут раз... Выясняется, что они вообще-то совершенно не туда прилетели и спокойно летят домой. О, сразу два лобстера. Я их даже не вижу нихера. Ну-ка, долбанем-ка по одному, чтобы реакшн фаер вызвать. Промахнулись, но по второму. А где реакшн фаер-то? Ладно, сейчас мы тогда будем их просто убивать. Нет линии огня. Рыбка, что ли, мешает? Кто же знал, что они будут с этой стороны? Тут
кажется, какая-то плитка мешает. А, кинем-ка мы туда гранату. На этот ход будет достаточно. Распидарисят заодно все укрытия, которые у них там есть. Ну, Людмила, стрелять не умеешь, может хоть кидать получится получше. Что значит Enable, тупая ты тварь. Ну вот, хоть так. Ой, я случайно кликнул и ее вперед послал. Это было не совсем удачно. А ладно, хер с ним. Я давно хотел, чтобы она умерла. Все равно я по каким-то странным причинам вообще туда выстрелить не могу. Ох, 4 лобстермена в одном месте. 5 лобстерменов в одном месте. Я просто вот чувствую, как мой анус сжимается в ужасе. Пару раз долбанем. Даже 3 раза долбанем. Жалко, в третий промахнулись. Ладно, садимся. Людмилка, добивай петушка. Что, даже добить петушка не можешь? Ну, иди спать. Стюарт, давай хоть ты что-то произведи хорошее на свет. Ага. Один лобстермен готов. Кричит, как больной слон. Упс, Стефан промахнулся. Может, Гюнтер не промахнется? Гюнтер не промахнулся. А вот ты, как там тебя? Мартин Лимонад. 35, да, может, правда, 56%. Это, конечно, но попал. Сказать нечего. Попал. Ой. У меня внезапно запись остановилась, потому что закончилось место на диске, потому что я забыл очистить корзину. Ну да ладно, это мелочи. Всего лишь расстрел лобстерменов. Кажется, мы вообще ничего не потеряли. А почему 94? Было же 103. А, 108, да, это было в пресетом состоянии. И вот, новый поворот. Уж я не знаю, что он нам несет, но лобстер он явно принес самое последнее. Так, тут что-то нихера не видно. Но я же точно помню, что там было больше лобстеров. Но Людмилку сейчас мы, пожалуй, вперед посылать сильно не будем. Лучше спрячем ее вот за вот этим говном. Вот на следующем ходу она, конечно, продолжит. Хотя, ладно. Можно считать, что она свой долг уже выполнила. Да, вроде все работает. А значит, дальше пойдет все-таки танк, который для этого и предназначен. Ага. Лобстер виден. И что-то как-то, знаете ли, я не уверен, что мы по нему вообще можем выстрелить. Там все эти чертовы стены. Ну, пальнем один разок с дисплейсера, промахнемся, сядем. Людмилка, есть что за углом? Нет, только этот лобстер. Возможно, мы сможем закинуть туда гранатку. Надо попробовать. Ой, у этого уже гранаты нет. Вот Гюнтер. Так, 17. Ой, блядь, что я нажал? Ладно, отойди. Дай человеку посвежее сделать забег. Другой Гюнтер. Добрал. Побежал. Если у него не получится к Людмилке закинуть, значит придется еще одного человека отрежать. Да.
У него и ТУ-то нет. Вот говно. Ладно, будем надеяться, что, как обычно, не распространяется взрывная волна. Ну и отойдем на всякий случай. Как-то это я опять неплохо проебался. Да, Людмилке все равно, но теперь у нее нету места, за которым скрываться. Ну, в общем, главное, что она жива. Не так ли? Ну-ка, закинь-ка. О, отлично. Так, танк мы отведем немножко назад. Чисто на всякий случай. И вот сейчас на этом ходу у него сломается защита. И все наши товарищи будут готовы каждый выстрелить по разу. Борис вот тут вот сядет. Безопасно. Не страшно. Почти. О! Кажется, его теперь должно быть неплохо видно. Дверца похлопнула. Ну что, сейчас мы пошлем танк. Блядские месклики. Ну, Людмила заслужила право сделать первый выстрел. И она даже попала. Молодец, Людмила. Ты растешь на глазах. Вольфганг, твой первый, кажется, килл в истории, в карьере. А что это тут граната лежит? Не нравится мне, как она тут лежит. Вообще, по-хорошему, надо бы эту штуку проверить посерьезнее. А то я помню, как мне в прошлый раз выпиливали у полуотряда. Это было очень неприятное впечатление, ощущение. Как это ни назови, это все равно было неприятно. Ну все, ждем, пока у танка отрегенится ТУ. И мы будем исследовать. Зачем рисковать людьми, когда есть такой классный танк? Так, здесь ничего быть не может. Да, кажется, внутри лобстеров нету. Это хорошо. Сколько мы их уже убили? 3, 4? Все были снаружи. Сколько же будет внутри? Ага. Плохо, его отсюда видно, а стрелять нельзя. Теперь не видно. Тут видно, тут не видно. Нет, на спейсер нужно наверх будет послать. Так, пора людишку подвести поближе. Черепашки. Им не хватает только разноцветных повязок и разнообразного оружия ближнего боя. Ну и крыса, которая бы ходила с ними и учила их всему. Так, сначала дисплейсер все-таки подвигаем. Тут, кажется, никого. Только хлопанье дверьми, еще как минимум 10 внутри, уж я-то знаю. Надо будет сейчас крышу проверить, а после этого уже можно будет продвигаться к главному входу. Ну-ка, что? Ага, на крыше, кажется, кто-то есть. Да, я что-то сомневаюсь, что обычные люди, которые не умеют летать, могут вообще по нему выстрелить.
Уж больно эта сволочь далеко. И да, как я и думал. Это какой, четвертый этаж? Четвертый. 53, нет, прицельно не пострелять. По крайней мере, пока. О, ничего так и стелла. Ну, сначала снапшотнем. Все равно он нас с такого расстояния не увидит. На следующем ходу долбанем прицельными, если понадобится. Не понадобится. Ветераны в плавающей броне молодцы. Все, пора двигать людишек. Как обычно, пилот посадил тарелку так, что окна не дают никакого преимущества. Тут интересно, почему они вообще открытые, даже безо всякого стекла? Они как, вообще плавают с дырками в корпусе? Они вообще дурачки? Видимо, да. Вообще-то, говорят, спать пора, но я почему-то, видимо, решил не спать. Ничего, завтра отосплюсь. Ой, что это я сделал? А, ладно. Ой, а это что такое? И что, его прямо вот так видно? Стрельнуть можно? О, да он прямо вот тут, видимо. Да, и танк его быстренько превозмог. Но людей я наверх посылать не буду. Мы помним, чем закончилось даже трое на верхнем этаже. А уж чем закончится двое, это очевидно. Так. Начинается, вернее, скоро начнется веселье в узких переходах. Глядишь, пригодятся тазеры. Не зря же я их загружал в таком количестве. Вообще надо было вибромечи им дать. Но хорошая мысля, как известно, приходит опосля. Ну ладно, вибромечи мы уж точно возьмем на штурм базы. А вообще, если вдруг сейчас удастся захватить какого-нибудь командера, это будет супер миссия. Так, дисплейсер будет стоять вот тут, сторожить выход на крышу. Все остальные отходили свое. Хлопают дверьми всякие скотины. Ой-ой, что я сделал? Надо будет заглянуть в окошко. Кто у нас там вторая черепашка? Ладно, разберемся в процессе. Вторая черепашка должна будет заглядывать во второе окошко. Вообще, тарелка выглядит неповрежденной. Наверное, это означает, что орбит у меня таки будет. И это хорошо. Орбит я люблю. Вкусно, как орбит Иллириум 115. Все остальные двигаются к входу. Но я чувствую, это все равно будет очень сложно. Проходишь, стреляешь сразу пятерыми, убиваешь одного лобстера, а второй выпиливает тебя. Абсолютно без задней мысли. А третий кидает гранату и убивает всех. Так оно и будет. А энергия кончается у людей. Оп, привет, лобстер. Стрелять не решился? Думаешь, возьмем в плен? Кстати, вполне вероятно. Тазеры-то есть? Сразу трое. Вон там двое. Так, ладно. Этого долбанем тазером. Два раза. Дверь, надеюсь, закрыться успеет.
Нет, лучше Бориску. Ой, Борис умрет. Нет, Борис не умер. Чудеса какие-то. Что, никто из них не умер? Да, в ближнем бою мы забороли лобстера. И два других лобстера нас даже не убили. Это, я думаю, точно можно классифицировать как чудеса. Вообще, надо бы, пожалуй, будет танк спустить. Он, конечно, молодец, что смотрит там. Но, надеюсь, он влезет. Да, влезет. Ему нужно будет стрелять, набирать на себя reaction fire. Вот, прямо так. Кстати, что-то как-то очень больно было. Да. Херово. Не потерять бы танк на этой миссии. 800 тысяч, не лишнее. Хотя, с другой стороны, денег у меня сейчас до хера. Еще лежит куча лишних пушек. Ой, не умри, пожалуйста, Клод. Ну-ка, долбанем-ка вот его. Ой, блядь, только не Клод, только не Клод. Хо. Два выстрела из кэнона в лоб выдержал абсолютно, не задумавшись. Без единой царапины. Клод, ты мой герой. Возможно, плавающая броня, мой герой. Так, все, эта сволочь сложилась. Правда, не насмерть. Ну уж, что есть, то есть. Хорошо, что двери сразу закрываются. Это же дисраптор. У него в руках. Срочно выпилить. Срочно выпилить немедленно. Не задумываясь ни о какой экспе. Выпиливать. Блин, танк остался лететь. А эта сволочь не выпилена. Так, кого тут меньше всех жалко? Ой, не туда пошел. Кого? Гюнтера немножко жалко. Вот Вольфганга не жалко. Новичок есть новичок. Сейчас он на себя сагрит Reaction Fire, и остальные смогут пойти внутрь. Добить дисраптора-носца. Вольфганга даже не то, что не умер. Он не получил ни царапина. Так, все, выпиливаем. Ой, Борис! Прицельный выстрел так промазать. Так, ладно, Гюнтер, спасай Бориску. Нет, ну иди вперед. В чем проблема? Блять. Ладно, Людмила, давай ты. Люда, покажи ему. Фух. Одной проблемой меньше. Теперь бы вот этих двоих еще спасти. Ну что ж ты пройти-то не можешь? Так, не влепи своему затылок, будь няшей. О, это сложился. Так, ну-ка, посмотрим. Есть что? Нет, хорошо. Остальные двигайтесь сюда. Ну, теперь уж танк точно можно перевести наверх. Он весь поцарапанный. И высматривать в окне ему уже некого. Это было напряженно. И пока что даже все живы. Не то, что напряженно, еще и жутко неожиданно. Так, внизу никого не видно. Как бы этот мостик так пройти, чтобы не умереть? А, я придумал. Я сломаю стенку. А, тут даже есть уже одна сломанная стенка. Десантируюсь через нее. Тут будут сидеть, скажем, четверо. На Reaction Fire.
все остальные пойдут, чтобы, собственно, уже штурмовать. И что, нельзя пролететь? Не задача. Так, Клод, не умри. Ты так хорошо при... Ага. Где-то тут вот он, враг. Так, мы знаем, по крайней мере, где один. В следующем ходу будем пытаться его оттуда выкурить. Уж я надеюсь, что он не кинет сюда гранату. Может очень плохо закончиться. Сколько у тебя реакций? 46. ТУ есть. Я на тебя рассчитываю, Стюарт. Так, ой, не туда нажал. Ага, вот черепашка. Давай сюда. Только бы не гранату в эту веселую толпень. Только бы не гранату. Фух, пронесло. Так, ну-ка, где он там был? Отсюда было видно, ага. Юнтер, постарайся не словить реакшн фаер. Даже не знаю, попал он или нет. Клод, ой, ну ты выбрал дорогу, конечно, самую близкую. Давай, Клод. Ты уж хер знает, попал, нет. Так, еще один. Как же с лобстерами тяжело, а? Ой, он отойти не сможет. Но, к счастью, этого хватило. И он даже отойти смог. Вообще чудеса. Так, Стелла, значит, будет на Reaction Fire. Или нет? Или да? Гюнтер будет на Reaction Fire. Вот этот пойдет штурмовать. Все они пойдут штурмовать. Борис, ты первый. Давай. Че, никого? Зло. Прячься. Что, не ожидаете лобстеры с этой стороны захода? Главное, чтобы вот эти торпеды нельзя было подорвать. Лобстер случайным выстрелом их, собственно, не подорвал. А то, если это ПВТ-торпеды, взрыв будет такой, что всех этих троих распидорасит к чертям. И полтарелки еще развалится. Так, нет, я боюсь идти вперед. Но сейчас мы отсюда-ка посмотрим. Смотрим-ка. Никого, никого. Мало ТО. Ладно, все равно откроем. Посмотрим, да. Хоть спрятались. Вульфганга оставим. Он новобранец, его не жалко. Будет смотреть, что тут, как там. Людмилка, внизу есть что? Вроде нет. Иди вам туда, будешь оттуда что-то пытаться высмотреть. О! Хоть тут все сломано. Можно будет посмотреть нормально. Не опускаясь в неизвестность. Так... Стефан и Стюарт пойдут вперед. Потому что звание у них меньше. Меньше всех. Стелла, Гюнтер, Reaction Fire, Клод тоже сюда. 37, он выстрелить сможет? Да, выстрелить сможет. Мартин вниз. О, Reaction Fire пошел. Угу, еще один лобстер. Совсем рядом. Оп. И раз, и два, и готов. Все как доктор прописал. Вульфганг, иди вперед, смотри по сторонам. Ну-ка, зайди-ка в эту комнатку, там должен валяться труп. Он и валяется, больше никого нет, это хорошо. Так, ты иди проверим ту комнатку. Совсем мало тылу, но да, хоть спрятался.
Риск есть риск. Конечно, он бы умер, если бы внутри кто-то был. Но что тут уж поделаешь? Гюнтер, прикрывай вход снизу. Вольфганг пойдет потом эти двери проверит. Ладно, пора начинать штурм. Людмила, давай назад. Там ты не нужна. Ты, в принципе, нигде не нужна. Бесполезна, бессмысленна. Но где-то ты не нужнее, чем в других местах. О, 53 реакции. Очень на тебя рассчитываю, Стефан. Ой, о, ну Стефан хотя бы по нему выстрелил. Да, Reaction Fire его забрал лобстера. У Стефана ни одной царапины. Хорошо пошло, хорошо. Так, Борис, проверь для очистки совести. Да, как мы и предполагали, никого нигде. Новобранец, как там тебя? Какая разница, если ты стоишь того, я тебя запомню. Если нет, то нет. Ну, кажется, этот этаж можно считать пройденным. Другой новобранец тоже, иди. Скоро штурм. Так, ну вот вы. Людмила, отойди. Тут нормальные люди реакшн файрят. Стюарт. Ты себя еще не проявил ни в чем. Так что иди первым. Оп. Как неудачно. Сейчас мы подгоним сюда танк. Возможно, пару раз пальнем. Ну, хотя бы один раз. Не два, потому что я не хочу оставлять танк вот так вот на открытом месте, чтобы по нему стреляли все, кому не лень. Ой, не туда нажал. Так, кто у нас тут не готов штурмовать? Все вроде готовы. Лобстер сверху двигаться не решился. О, смотрит как раз не в ту сторону. Даже не буду его людьми пытаться бить. Action Fire еще ловить. Да, вот так. Так тебе, скотине. Надеюсь, это был не какой-нибудь командующий. Я надеюсь, какого-нибудь командующего все-таки зловить. Стандартная проверка от этого места. Как всегда, бесполезная. Так, Стефан, ты сегодня большой молодец. Несмотря на то, что ты всего лишь Сигн. Если ты переживешь эту миссию, я тебя запомню и буду стараться беречь. Но сейчас кто-то должен идти в атаку, и одной Людмилы на всех не хватит. Извини. Так, ну этих можно уже потихоньку подводить поближе. А так они все-таки могут реакшн фаернуть, если повезет. Не лезет. А вот так. Так пролез. Ну и ты вперед. Ну только сунься сюда, какой-нибудь лобстермен. Так, налево, направо, ничего. Хорошо. Кто-то должен атаковать. Сегодня это Стефан. Извини. Еще раз. Гюнтер, иди помогай. Делись опытом. Так, ну как минимум троих нужно послать. Вот еще Людмила, тоже пушечное мясо, расходный материал. Возможно, если кто-то выйдет из этой комнатки, то первым он увидит Людмилу, будет стрелять ее, и, в общем, все будет так, как я и надеялся. Стюарт будет идти первым. Мартин за ним. Ну и за ним приличный человек. Так. Бориска. А, да, мы же не проверили эту комнатку. Тут пусто. Вольфганг радовался, наверное, что его никто туда не пихает.
Но его радость была преждевременна. Впрочем, потом он, наверное, радовался, что все-таки никого не оказалось внутри. Ой, как они тут стоят. Ой, как неудачно они тут стоят. Но они должны сейчас ничего получить. Но в конце концов, граната их даже не убьет всех. А термальная бомба всего лишь оглушит. О! О! Как наша реакшн файрит. Мартин, ты не такой уж и лох. Давай, добей. Молодца, Мартин. Зайди, посмотри. Никого. Ну все. Теперь штурмуем тут, Стефан. Ага. Так, лучше Стефан отойдет, а стрелять будет Людмила бесполезная. Реакшн файр нарываясь. Нет, реакшн файра нету, можно остальным людям давать стрелять. Все, сложился. Опс. Реакшн файр опять. О! Людмила выдержала атаку клешнями. Это она молодец. За это, пожалуй, дадим ей честь успокоить лобстермена. Нет, я сказал успокоить. Да, Людмила даже не может на орехи лобстермена выбить. Ну, Стефан, давай еще раз. Отлично себя проявил. Прояви еще раз. Молодец. Кто это? Склад-лидер. Склад-лидер, я боюсь, это не то. Тут есть еще на полу интересного. Еще один склад-лидер. Лидеров больше, чем не лидеров. Но, к сожалению, все не те. Этот не умер. О, навигатор. Навигатор — это хорошо. Ты чё? Нет, это мы еще исследовать не успели. Жаль. Ну что поделать. Так. Ну, вы все идите сюда. Готовьтесь к последнему штурму. А ты езжай сюда и следи, чтобы лобстеры не встали. Надо это побыстрее заканчивать, пока, собственно, лобстер... О, все, конец. Ни одной потери. Supply ship взят. Правда, орбита на нем не было. Но было все остальное. Всего 9 лобстерменов было. Повезло. И при этом, кстати, убили мы... А, 8. 9 мы убили. Захватили живых 8. То есть всего их было 17. Отлично. Отлично. Вот уж теперь я точно с чистой совестью спать пойду. Только сначала с лутом разберемся. Ой, блядь, нет уже ватов для живых эллинов. Это говно. Надо, пожалуй, построить, но поздновато. Поздновато я спохватился. Навигатор, по-моему, для чего-то там был сильно нужен. Уж не помню для чего. Ладно, однажды я все-таки захвачу их серьезно. Ох, сколько Sonic Cannon. Ими можно просто вот уже плавать в них. Как Скрудж Макдак в золоте. Сколько трупов лобстеров. В каком-то ресторане сегодня праздник. Да, денег до хера. Никакие лайки уже не нужны. Только вот есть ли у нас место? Нет, место все забито. Опять придется на первую базу все сносить, отправлять. Ну не все, а аквапластики. Хорошая была миссия, жаль, что все эти живые эллины были усыплены по прибытию. 8000 такую кучу отправить стоит. И места опять перестает хватать. Еще 5 дней до построек нового. Но это все хорошо. Так, раз у нас огромная куча денег, воркшоп, она ему еще долго строится. Thank you.
Так, сколько я сюда техников купил? 10. Куплю еще 10. И, пожалуй, построю еще одну бараки. Возможно, скоро придется что-то сносить. То места мало. Ну, скоро построится третья база, можно будет там склад устроить. Скоро будет лаборатория, воркшоп, воркшоп, я сказал воркшоп. Нету воркшопа, ладно, значит, скоро будет лаборатория. Все равно еще много техников нужно. 20 техников сюда. Здесь воркшоп полностью занят. Все лаб, воркшоп, контейнер, General Stores. Надо бы сюда еще Ленпорт с один воткнуть. Ну ладно, это тоже потом. Как у нас с патронами для гаусок, для кэнонов. Их, конечно, не сильно больше, чем самих кэнонов. Как тут. Тоже все нормально. Ой, стой, зачем мне столько винтовок? Жалко, патроны нельзя разбирать обратно на орбит. Ладно, все, на этом все. Завтра с утра продолжим по-быстренькому. И, в общем, может быть, куда-нибудь поеду. Ладно, все, всем пока.